А всем мультяшный привет, мои дорогие друзья, и с вами, как всегда, я, мистер Макс Гейминг. И, наконец-таки, спустя столько времени выходит новый трейлер на Rise of the Beasts. Мы все очень долго этого ждали, мы смотрели и следили за новыми ТВ-спотами, новыми постерами, и вот мы можем насладиться новым трейлером и узнать, что же там нового мы увидим. Ну ладно, давайте начнем просмотр, не будем тянуть, поехали. О, макака бежит. Ну, кадры красивые, кстати. Так. О, что-то графончик средненький. О, Юникрон! Что? Ебать, что? Сразу показали его, что? Ебануться, он красивый, блядь! О, Оптимус, здорово. О, Оптимус злится на человечка. Ага, Battle Trap с этой, Nightbird. О, блин, о. Твою мать! Ебать там глаза! Ебать, Скурч крутой. Блядь. Ебать! Я все еще... Ой, фу, какой графон говно. Ой, блядь. Я все еще охереваю с Юникроном, блядь. Макака ползет. О, Скорпонок! 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 Твою мать! Это как в Йорс Парке прям, лол. Так, ладно, трейлер этот, конечно, ну просто улет. Это я просто очумел. Ну, надо пересматривать, ребятки. Так, что мы можем... давайте... что-то прям у меня это... Я не ожидал. Во-первых, это, наверное, плохо, я считаю, что... Ну, зачем показывать Юникрона в трейлере-то, блядь? Ну, почему не оставить его на фильм-то, чтобы мы там охренели? Но... Твою мать. Так, ну смотрите, вот этот кадр, кстати, довольно крутой. И Оптимус выглядит неплохо. Я раньше его хренососил, но сейчас он в новых кадрах, в новых, с новых, как называется, сторон ракурсов, он начал смотреться получше, явно. Но, так, правильно. Ну, кстати, вот, под дождем красиво. Так, лицо. Ну, лицо, что-то, мне кажется, ли графонистое, оно какое-то непонятное, что-то прям какое-то уродское, честно говоря, что-то какая-то бредятина немного вот здесь, прям, то ли это графон такой, реально, вот тут тоже, вот, ну, посмотрите, ну, что-то прям мыльное, жестко, как будто какая-то, фу, игрушка на PS4, так. Вот, Prime идет, вот этот крутой кадр, и это Юникрон, Твою мать, какой он красивый, твою мать, каноничный, блядь. Это просто... Ну, смотрите, мне кажется, это не кадры настоящие, мне кажется, это флешбэк. Мне кажется, это флешбэк, потому что, ну, я хрен знает. Но я не думаю, что... Я не могу себе представить, чтобы они уже сразу сделали махач с Юникроном в первой части трилогии. Это слишком разъебисто будет. Но он выглядит чертовски круто. Просто сногсшибательно. Это... Я как... Я говорю как фанбой. И это... У меня аж голова заболела, закружилась.
Так, что тут еще у нас? Ну, это неинтересно. Мираж. Да мы тебя видели уже 100 раз. Миражочек. Все, харе. Вот, смотрите, Optimus Prime злится на то, что вот с чуваком Мираж затусил, как понимаю. Насколько я знаю, по сливам, типа, краски говорил, что Optimus не доверяет людям, но Optimus Primal вместе с Eraser будут помогать ему доверять людишкам. Вот, давайте посмотрим дальше. Ну, этот кадр мы тоже видели. Ну, крутая это какая Battle Trap. Ой, фу. Ну, кстати, нет, вот в этом кадре получше. Я не понимаю, почему вот на этом кадре он выглядит более-менее нормально, а вот я сейчас не знаю, найду, не найду. Ну вот, ну почему тут он выглядит как-то странно? Это у него эмоция такая уродская или что? Вот этого я не понимаю, честно говоря. Так, ладно, давайте смотрим дальше, что у нас тут. Скурдж. Это Скурдж и Терроркооны. Терроркооны, ака, как все говорят, зомби-трансформеры. Ну, конечно же, это не так. Но вот это они, конечно, круто вылазят. Прямо как Локдаун в 4-й части. Там, примерно, такое же было. Он, по-моему, из болота вылазил, что-то такое. Читер, Эйрезер. Эйрезер, кстати, зацените. Она выглядит довольно-таки... Ну, то есть, тут есть механические части, но при этом у нее вот волосы есть. Это вот круто. Идем далее. Ну, Primal, Читер. Они все еще круто. А вот Уилджик, кстати, что там по Уилджику? У него ушки-то. А ушек-то нету. Ну, кажется, ушки у него раскрываются во время боевого режима, скорее всего, как я понимаю. Ну, давайте дальше. Вот Юникрон. Слушайте, кажись, нет. Кажись, он все-таки будет в этом фильме. Ну, что-то это прям. А хотя нет, подождите-ка. А вдруг это реально флешбэк? Это флешбэк, и тут показывают, короче, как маги там изгнали Юникрон или типа такого. Ну, там же как раз-таки будет тема с людьми майя, и как они с помощью, как они называются, трансварп-ключей что-то там сделали. Вот это вот кадр с Юникроном, как понимаю. Смотри, тут, все-таки оправдалось. Все-таки Скурдж, это действительно, как и в The Movie, это подсос Юникрона. Геральт. И вот тут прям глаза Юникрона видно, но вот прям с лицом непонятно, правда, что вот лицо. Я вот пока не понимаю, что он у себя, вот это, я вообще не понимаю, что он у себя представляет. Не, ну, облик планеты очень каноничный и крутой. Это прям стопудово, прям круто. Но вот насчет лица я пока вообще не понимаю, как у него тут. Но оно трансформируется? Или я не знаю. Так, ну Бамблби круто полетел. Он реально крут, мужик. Чисто, ну летит. Ну чисто реально на взлет. Ой, что-то у Скурджа ротик какой-то некрасивый. У него зубки, надо к дантисту сходить. Ну посмотрите, ну что это за треугольнички у него? В целом, выглядит он неплохо, но что-то не знаю. Все еще, мне кажется, мало частей каких-то особенных у него. Он чисто однотонный какой-то, слишком прям чересчур. Не очень нравится. Тут, как понимаю, показывают семью этого чувачка. Ноя, по-моему, его зовут. А эту я забыл, как зовут. Так, вот тут, кстати, кадр, по-моему, поменялся. Смотрите, вот тут, по-моему, то ли Battle Trap'а раньше не было, они его сюда добавили. Удар Бамблби. И тут, кстати, графон, по-моему, получше стал именно в этом моменте. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Ну вот, майи. Нифига у майи технологии, блядь. Древние люди, а у них тут двери, фига себе, крутые. Ну, типикал Индиана Джонс там и всякие другие штуки. Вот, кстати, смотрите, да вот что там... Во-во-во-во, смотрите, реально у Уилджика оделись ушки во время боя. А вот почему маски-то нет? Вот лучше бы... Блин, вот почему маску нельзя добавить? Не, я надеюсь, что маска будет, но чисто ушки это тупо, я считаю. Ну, типа, чем они в бою-то помогут? Я ведь понимаю, вот эта маска, она хотя бы рот прикроет, да? Но уж, ну что, ушки-то, зачем они нужны? Я не знаю. Ладно. Ну, Оптимус тут крутой. И Юникрон жрет планету. Не знаю, какую, что это за планета. А может быть, это, кстати... Сейчас, подождите. Это, скорее всего... Не скорее всего, я просто предполагаю. Возможно, это планета зверей. А может, это Луна. Черт знает. Ну, насколько известно было, что якобы Максималы, они пришли с планеты зверей, которую когда-то уничтожил Юникрон. И поэтому они хотят ему то ли отомстить, то ли... Ну, короче, хотят помочь нашим главным героям, автоботам. Вот, битва в музее. Резер прилетела, кажись, спасать Бамблби. Вот тут графон, конечно, ужас. Это пиздец. Это что, КВМ? Это фильмы Марвел, нет? Ужас. Ладно. Тут более-менее. Арси вообще крутая. Ой, что у нее там во рту? У нее в глотке что-то там застряло. Мне кажется, надо это вытащить. Ладно. Чернокожий мужик. Вот этот бегут. Ну, Оптимус реально крутой. Ох, Праймал, смотрите, Скорпоноки. Реально, я как понимаю, много клонов, да, Скорпоноков. Один Скорпонок,
Второй скорпонок. Ну да, собственно говоря, как и предвидевалось. Ну, короче, как и предсказывали сливщики и там чуваки остальные. Вот это что, одноногое чудо бежит куда-то там вдалеке. Ну, махач терраконами, как понимаю, крутой будет. Вот, правда, вот единственное, что вот это вот за штука, что это вот за здание железное, вот это. Кто-то предлагал, что это титан какой-то будет, но хз, что-то не похоже. Возможно, это вот какой-то, какая-то постройка Макчу-Пикчу, вот там, трансформировалась, может быть, типа того. Так, Уилджек и Арси, ну, собственно говоря, парочка, насколько по сливам тоже известно, они там вроде как любовная... любовные отношения у них были. Ну ничего, так вот, Transformers Rise of the Beasts. Ну круто. Трейлер мне реально понравился, но меня настораживает, что они так много, не то чтобы проспойлерили, но раскрыли главную штуку Юникрона. И главное, чтобы в фильме было чем удивить. Если они не удивят, ну тогда это кака будет немного. Типа, по сути, нам уже многое все известно, и нам чисто сейчас в трейлере впихают Юникрона, прям вот так вот леща, можно сказать, дают, и есть ли в этом смысл, я не знаю. Я считаю, что все-таки не стоило. Надо было немного интригу хотя бы это. Можно было бы даже не полностью показывать Юникрона, а знаете, там вот эти глаза его как раз-таки, или как вот планета, чисто один кадр, где он планета там, как это было в трейлере пятой части, там, помните, показали, как Кибертрон к Земле приближается, и все такие: «О, это Юникрон!» Ну, конечно же, это не Юникрон, а Майкл Бэй немножко сдурил. Вот, трейлер понравился, трейлер крутой. Не знаю, лучше ли он, хуже, чем прошлый. Прошлый тоже был интересный, но здесь этот куда более сногсшибательный и дает больше эпичности. Эпичности, точно. Круто! Ждем фильмы. Конечно же, ждите мой разбор. Мы скоро все это разберем. Может быть, поищем какие-то моментики. Короче, да. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на основной канал тоже, и на второй можно, конечно, но не обязательно. В общем, всем спасибо, всем пока.